Нашел какую-то... Ёпта! Я хочу куда-то вон туда. Но тут такой крутой спуск, что я просто сейчас соскользнул и чуть не улетел вон туда. Надо включать мастерство паркура. Тихо. Воу, воу, воу. 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 Знаете, мои старания были не напрасны. И посмотрите, в какое четенькое место я все-таки пришел. Наверное, здесь я и буду снимать свой разговорный видос. В этом видео я хочу вам рассказать про то, как я сходил и сделал обследование своей ноги и какие болячки у меня нашли. Скажу сразу, ко всему тому, что там нашли, у меня еще и две опухоли в ноге. Так что, ребята, очень сильно вас прошу. Вот давайте все, кто смотрит мои видео и все, кому нравится мой контент, поставьте лайк под этот видос, чтобы я знал, что я не зря стараюсь ради вас. Мне очень нужна ваша поддержка. Там, короче, катера плавают, что-то катаются на серфе, сейчас уже начинается дождик, так что надо по-быстренькому все успеть, все рассказать. И небольшой экскурс в историю, с чего вообще у меня начались проблемы с ногами. Все началось с того, что зимою я решил спрыгнуть с подкрышника, ну, с подъезда, в сугроб. В итоге я спрыгнул, но сугроб я пролетел и приземлился на ногу, и она у меня вот так вот вывернулась и хрустнула. И потом я съездил в травмпункт, и мне сказали, что у меня ничего нету, просто ушиб, типа, подожди, у тебя все пройдет. И вчера я решил сходить на МРТ. Это такая штука, которая исследует все очень точно. Стоит, короче, это исследование 5000 рублей. Вы прикиньте, я дал 5000 рублей только за то, чтобы узнать диагноз, который меня совсем не обрадовал. Вот знаете, когда живешь и не знаешь, что у тебя и почему у тебя болит, тебе живется очень спокойно. Но когда ты узнаешь, что у тебя такой пиздец в ноге, и ты еще с этим ходишь, то у тебя сразу все надежды рассеиваются. Знаете, я по утрам разминаю ноги, тяну связки, а после того, как узнаешь, что у тебя, вообще, блядь, даже пропадает смысл что-либо делать, потому что зачем? Конечно, мне еще нужно будет сходить к доктору, но я вам сегодня расскажу вообще, что да как у меня. Вот такая вот штучка. Тут множество снимков моей ноги в разных ракурсах и все, что только душе угодно. Даже пятка есть. Я ничего тут не смыслю, но если внимательно посмотреть, то мне кажется, что вот эти вот белые пятнышки вот здесь, это и есть эти кисты. Киста – это, если что, доброкачественная опухоль, которая потом может переобразоваться в злокачественную опухоль, которая называется рак. Вот, у меня их две. У меня есть специальное медицинское заключение, где написаны все мои диагнозы и что у меня вообще такое. Сейчас я вам его прочитаю, чтобы вы не думали, что я вас агую. Знаете, даже с моим таким похуйским отношением к жизни, мне почти на все всегда все равно. Я ни о чем не задумываюсь, но вчера, когда мне выдали этот листочек, и я решил его прочитать, я целый день был очень, как бы вам сказать, расстроен. Я просто не знал, что мне делать и к чему это все может привести. Если многие думают, что я закончу свою карьеру на ютубе, то нет. Все, что у меня было в планах, я все буду реализовывать. И, кстати, ребята, новый видос с руфингом выйдет вот уже буквально через 2 дня. Так что жмите колокольчик, чтобы его не пропустить. И, кстати, напишите в комментарии, любите ли вы смотреть мои разговорные видосы, потому что мне это очень важно. Если да, то я буду вам рассказывать вот о таких вот случаях из своей жизни. Может быть, даже буду снимать влоги, но это не точно, потому что я не знаю, как это делать. Если вкратце, то у меня обнаружено две кисты размером 11 на 8 и 12 на 6 миллиметров. Чтобы вы понимали, это около 1 сантиметра, это не так уж и много, но если так представить, это находится в суставе, то это достаточно большой размер для кисты. И из-за этих кист у меня очень часто не гнется нога в суставе голеностопа, если что, вот здесь. И когда я вот так вот делаю, у меня очень сильная боль, и это очень сильно ограничивает мои движения. Помимо этого, у меня присутствует признак внутрисоставного перелома, короче, вы все равно не поймете, блока таранной кости с признаками консолидации. Чтобы вы понимали, консолидация – это образование хрящевой ткани на месте перелома. Значит, у меня не сросшийся перелом, а уже почти заживший. Так что это очень хорошо, я думаю. Я сначала, когда прочитал, очень сильно испугался, но когда загуглил, все, успокоился. На МРТ выявлено то, что у меня повреждены две связки. Это передняя межберцовая связка и передняя таранно-малоберцовая связка. Чтобы вы понимали, это значит то, что две связки на ноге у меня частично повреждены.
Знаете, мне так стрёмно, что сейчас огромная волна накроет меня на берегу, что я даже не знаю, может ли такое быть. И еще у меня сустав заполнен жидкостью. Чтобы вы понимали, эту жидкость нужно откачивать. Нужно брать специальный шприц, идти в больницу, и чтобы тебе оттуда выкачивали жидкость. Но это не поможет тебе навсегда. У тебя потом опять будет появляться жидкость. А лечение вот этих вот кист, которые могут переродиться в рак, есть только два метода. Либо берут и откачивают из этой кисты жидкость, либо разрезают ногу и вырезают эти кисты. Но, знаете, у меня сейчас нет никакого желания ничего подобного делать. Это, наверное, получилось не такое уж информационное, интересное видео, но я просто решил вам рассказать и поделиться с вами то, что у меня сейчас на душе. Может, мне станет от этого легче. Ну да, мне уже стало легче. Может, у кого-то что-то подобное было, и кто-нибудь знает, как с этим справиться, или что можно делать без операций, и все в этом роде. Так что, ребята, всегда думайте о том, что вы делаете. Даже когда вы прыгаете с небольшой высоты, вы просто можете подвернуть ногу, и у вас вот эта штука, если до конца не заживет вывернутая нога, то у вас вот эта штука может тоже развиться. Поэтому, блядь, просто максимально осторожно со своим здоровьем. Всегда следите, не совершайте глупости, потому что я просто на голову отмороженный чувак. И, как видите, даже у меня выскочила какая-то тень в ноге. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Извиняюсь за мат заранее, потому что, на самом деле, очень сложно рассказывать о вот такой вот штуке, которая засела у тебя в ноге. Так что, надеюсь, вы меня поймете. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите мои новые видео.